Кирове с поличным задержаны подруги, которые организовали неплохой бизнес на материнском капитале. Наручники на запястьях женщин защелкнулись в тот момент, когда они выходили из банка с только что полученным кредитом. Полицию вызвал сотрудник финансового учреждения, которому поведение женщин показалось подозрительным. Подруги не стали отпираться и рассказали, как именно организовали мошенническую схему. Организатор подыскивала в районах Кировской области женщин, которые имеют право на получение материнского капитала, организовывала подготовку поддельных документов. Ее активная подельница подыскивала кредитные организации, где можно было бы оформить кредит. По версии следствия, только за 3 месяца подруги получили более 2 миллионов рублей. Уже установлены имена 8 молодых матерей, которые незаконно обналичили капитал.